80-летию Карагандинской области посвящается. На сцене актового зала школы номер 17 прошел отчетный концерт молодых домбристов. Более 30 музыкантов демонстрировали свое мастерство игры на домбре, исполняя казахские народные кюи. Подробнее в сюжете Алины Акбаевой. Уже третий год в 17-й школе проходят отчетные концерты молодых домбристов. Сегодня здесь выступали коллективы-солисты, обучающиеся в филиале школы искусств номер 2. Участники исполняли народные кюи известных казахских поэтов и композиторов. На протяжении этого года наши ученики побывали во многих областных, городских, республиканских конкурсах, международных конкурсах. И благодаря вот этой идее открытию филиала в общеобразовательной школе наши дети занимаются музыкой, творчеством. Порадовала своим выступлением и Дильнас Сансызбаева. Она исполнила несложные кюи на домбре. Искусство игры на народном инструменте Дильнас осваивает в филиале школы искусств номер 2. Сегодня она мастерски отыграла музыкальные номера, передавая настроение и национальный колорит. Авин, потом Нарагачи, Балбраун, еще Кельнчек. Мне интересно играть на домбре, потому что музыка очень мягкая, легкая, красивая мелодия. Выступление молодых домбристов произвело большое впечатление на зрителей. Артисты достойно представили культурные традиции казахского народа и были удостоены бурных аплодисментов. В будущем организаторы планируют проводить такие концерты как можно чаще. Алина Акбаева, Дмитрий Оберг, Никита Косых, 5 канал.